в то время как инженеры и ученые проводили обширную программу запуска на мысе Кеннеди. Проект такого же масштаба продолжался быстрыми темпами на соседнем острове Мерит. Это будет первый в мире действующий космический порт, космический центр Джона Ф. Кеннеди. Строительство началось в 1963 году и планируется завершить в 1966 году. Нервным центром космического порта является запущенный комплекс 39, где американцы начнут свое путешествие на Луну в течение этого десятилетия. Здание сборки транспортных средств, или ВЭП, будет использоваться для одновременной проверки целых 4 гигантских ракет Аполлон-Сатурн-5. Это отход от обычной практики подготовки ракеты к запуску на реальной стартовой площадке. Занимающий 8 акров, 50-этажный дом будет самым большим зданием в мире по объему. Рядом с ВЭП находится центр управления запуском, где устанавливается оборудование, используемое как для проверки, так и для запуска. В комплексе 39 будут использоваться 3 мобильные пусковые установки для 5-го силового Сатурна. Каждый из них будет служить одновременно стартовой платформой и сервисной вышкой. Строятся 2 огромные гусеничные машины, называемые гусеничными транспортерами. Каждый гусеничный весит 5,5 миллионов фунтов и может нести груз в 12 миллионов фунтов. Вес Аполлона Сатурна-5 и его пусковой установки. Для поддержки таких тяжелых грузов строится специальная дорога толщиной 7,5 футов и шириной супермагистраль. Дорога, называемая гусеничной дорогой, соединяет здание сборки транспортных средств с 2 строящимися стартовыми площадками. Эту специальную дорогу часто называют первой в 3 милях от Луны, и, возможно, это справедливо, если первый шаг путешествия на Луну будет сделан. Когда полностью собранный Аполлон-Сатурн-5 отправится на стартовую площадку в 3 милях отсюда. Когда пусковая установка и ракета закреплены на поддоне, гусеничный движитель перемещает мобильную обслуживающую конструкцию на место. Платформы Ворд расположены на соответствующих уровнях и закрыли ракету для окончательной подготовки перед запуском. Затем краулер перемещает мобильную конструкцию со стартовой площадки на стоянку более чем в миле отсюда. Ракета длиной 364 фута запускается с палубы мобильной пусковой установки. Аполлон Сатурн-5 генерирует 7,5 миллионов фунтов тяги, что в 5 раз мощнее, чем у Сатурна, который сейчас плавает. На борту этого многоступенчатого колосса американские астронавты, надеюсь, отправятся на Луну к 1970 году. Промышленная зона космодромов, примерно в 5 милях к югу от стартового комплекса, состоит из 50 зданий и достаточного количества объектов для поддержки небольшого города. Здание управления космическими аппаратами человека доминирует над промышленными районами. Здесь будут проверены такие космические корабли, как Аполлон и Джемини. Этот комплекс зданий используется в опасных испытаниях космического корабля «Манна». Информационные системы создают хранилище для данных, полученных во время проверки и запуска Аполло Сатурн-V. В самом сердце промышленной зоны находится здание штаб-квартиры космического центра Джона Ф. Кеннеди. Здесь будет находиться директор центра доктор Курт Х. Стивенс, научный, инженерный и административный персонал. Строительство космического центра Кеннеди и активизация деятельности на мысе привели к появлению новых дорог и мостов, а также к улучшению существующих дорог. Новая дамба соединяет космический центр Кеннеди с шоссе номер 1 в США на материке. В
течение недели посетителям предоставляется информация о космическом центре, и им разрешается посещать космодром каждое воскресенье днем. Специальные туры проводятся для национальных и зарубежных лидеров, образовательных и общественных групп, которые проявляют особый интерес к новому миру освоения космоса. «15 сентября президент Линдон Б. Джонсон, президент Кейт Кеннеди. Во время своего турне президент был проинформирован о ходе космической программы. Я хочу командовать тобой. Я завидую. Ты играешь отдельно от истории, чтобы твои дети и твои внуки были там, и указываешь им, что ты только что сказал, что это не так. Мы не просто легки. Тот, домом свободных и землей воли будет нация, которая занимает первое место в семье по сравнению с тем, что вы, люди, здесь делаете. Большое тебе спасибо за проделанную работу.